Ну, привет, друзья. Ну вот как и стало. Я позавчера сделал видео о Трампе, что с ним может что-нибудь там случиться. И на следующий день, то есть вчера, бам, вот ситуация. Я месяц назад, когда Трамп посещал Атланту, он здесь уже останавливается в одном отеле, и у меня были такие плохие сны. Вот он такой большой, красивый, но он староватый, с 70-х годов, как я понимаю, здание. Это люксозный отель, он в свое время, там был самый лучший в Атланте бюфет. Ну и моя мама, она там с подружками, старыми бабушками ходила туда и ели, потому что там икра была и черная, и красная. Это как своего рода, типа как его дом от дома. И что меня, я бы не сказал, побеспокоило, но все же, вот, как говорится, в нашу идею. Несколько месяцев назад тот, кто был основателем компании Blackwater, Эрик Принц, он, значит, сказал, что он знает, как выглядит импульсное оружие. Импульсное оружие – это оружие, которое выглядит как коляска для напитков в самолете. Что-то в этом роде, это он сказал. Типа как так, вот так объяснил ситуацию. Так вот, если вы в гостинице, и такого сорта коляски используется как для рум-сервиса. Так вот, я хотел сказать, у меня было одно видео. Я написал, что высказался, что импульсное оружие может стать новым видом оружие политического убийства. Почему? Потому что это оружие, которое даже не знает, что это оружие. Оно может вам причинить потери моментально или может сделать так, что человек заболеет и там что-то ему может случиться. Так что в этом смысле все, что относится Трампа, я как сказал, что не важно, что вы о нем думаете. Важно, чтобы просто выборы прошли. Дайте шанс выборам без смертей и без насилия и так далее. Понимаете? Потому что это может вызвать очень плохие последствия. Я поэтому говорю, что неважно, повторяю, что вы думаете о Трампе. Много народу его терпеть не может. Некоторые народы его не уважают. Потому что он его считают бесскрупульным бизнесменом. Да. Я мое мнение говорить не буду. Я сказал, я голосую всегда, ну всегда-всегда, последние два раза, как либертариан. Потому что у либертариан они не дают велферам корпорациям. То есть одни дают огромным корпорациям государства, дают деньги, а в то же самое время поют о капитализме. В сущности, что выходит, что когда деньги нужны, и корпорации теряют деньги, они спонсорируются правительством. А потом, когда приходит время делить деньги с прибыль делить, они берут только себе, а иначе они распределяют потери между народом. Так вот, я еще вернусь очень быстро и скажу, что я думаю, Трампу в этом отеле может быть, не надо останавливаться, потому что все же все может случиться. Но я эту тему буду развивать больше, специально об этом отеле. И почему я так думаю, так как я говорю, что часть вещей у меня был сон. А сон обыкновенно, знаете, это сортирование мыслей, которые вы на которые вы не обратили внимания днем. И обыкновенно это, как на английском называется, repeating thoughts. Это повторение мыслей одни и те же. И вот их обыкновенно ночью. Так говорят психологи, что мы раскладываем по полочкам вещи, потом просыпаемся, и нам это дает новые идеи. Так вот, по вопросу того, что на Трампа напали уже столько раз, это может быть еще, я называю, возможно, следующее лобное его место.